Друзья, здравствуйте! Приглашаем вас в столицу Республики Беларусь. Город Минск готовится к большой игре. Местная «Динамо» против магнитогорского «Металлурга». Левком. Джонсон с острого угла. И вы знаете, там шайба-то могла вполне зайти. Я так полагаю, что скоро мы увидим уже ребят из второго звена. Пока же Основин катит чужую зону, улетает за ворота и выкатывается на пятачок. Более что на синий. Здорово отработал защитник вновь Калдес. Еще один дальний бросок, отскок за минчанами, добивание на Боков на месте. Здесь Минске по цифрам он идет гораздо лучше, нежели в Металлурге. Вот не знаю вас, легионеры Металлурга, но тот успел это сделать. Вновь Юров. Возврат на вершину, Робин Пресс. Пресс бросает от синий и забивает. Возможно, там было подставление. 1-0. Металлург реализует большинство. Здорово переправил шайбу. Пресс бросал, да. Очевидно, что это именно Никита Михайлис. И в его случае это 7-й гол в сезоне, 2-й при игре в большинстве. 1-0. Гости повели. Активен Игнатенко. Перехватывает шайбу, идет дальше, бросает низом. В игре вратарь Металлурга. Стась. Вновь прострел, а ведь там был Игнатенко, и он был открыт. Вновь подбор за Динамо. Еще один бросок досталось кому-то из защитников Металлурга. Еще один перехват. Видали Пинчу. С неудобной такая спинорама получается. Довел шайбу до ворот. И пока идет примерно по тому же графику. Какой отскок! И здесь благо для магнитогорцев, что именно они были первыми на шайбе. Но даже так Пинчук все равно вполне мог попасть. Выиграли точку в минчане. Дальше вброс. И да, попал вот в такую точку в бортике Смирнов, что шайба отскочила именно на пятак. Возможно, там в стык стекла она в итоге попала. И в целом могу сказать, что равная игра. У нас большинство соперника не реализовали момент. Вот, надо, конечно, больше напрягать оборону соперника и как можно больше бросать. Если брать прошлый матч, в котором четко следовали тренерской установке не удаляться. Сегодня, получается, она как-то из головы немножечко выветрилась. Да я бы не сказал, просто какие-то неаккуратные движения, да, и приводят к 2 минутам, но ничего страшного. Будем стараться действовать во втором периоде так, чтобы не удаляться. Летает зону через правый край. Есть шанс для броска. Калдис идет дальше и в ближний пытался попасть. Но на месте Илья Набоков. Прострел вперед выполняет минские хоккеисты. Активен вновь Егор Яковлев. Выцарапывает шайбу, но пас был не очень точным. Закрывает зону минчане. Кадола вдоль синий. Смирнов еще один бросок. Добивание. Гол 1-1. Это Вадим Мороз. Все-таки вот такая долгая смена закончилась голом Минского «Динамо». 6-я шайба Вадима Мороза, 4-я при игре в равных составах. Этот парень, конечно, выделялся в первом периоде своим желанием. Вот именно в каждой смене вылезал на ворота, вылезал. Джонсон бросает с кистей, но не в створ. Подбор за Юровым возле правого борта. Джонсон с кистей. Теперь уже доходит шайба до ворот, но вратарь ее не зафиксировал. Юров добивает и забивает. Данила Юров. 2-1. Второй гол Металлурга в большинстве. Пресс скинул налево. Бросил Джонсон. И важный момент, что не только Колосов шайбу не смог зафиксировать, но еще игроки Металлурга там активно играли на пятаке. Тот же Петунин цеплялся. И уже после его работы шайба отскочила к Юрову, который и забил. Металлург впереди. 2-1. Неточная передача, но вновь Кошелев здорово отрабатывает. Сам бросает верхом. Шайба не прижата при этом. И цепляется там Коробкин. Вот теперь все. Вот теперь свисток. Шикарная работа 21 номера в нейтральной зоне. Отработал, поборолся, сделал проход вперед и затем бросил. Ну вот, кажется, именно в момент, когда уже успели подойти. Минулин на Яковлева. Егор набрасывает, но прям в соперник. Еще и клюшка сломалась у Кузнецова. Возможно, именно на фоне этого прострела пытался сделать пас на Яковлева. Персонально потому играет Хабаров и пока не позволяет вылезти на пятак. Но ему и не нужно. Он делает прострел. Пинчук на подборе. Выкатывается, бросает низом. Добивание Керна было бы тоже, кстати. Ну и Пинчук тоже. Хороший тайминг. Выдержал паузу. Не стал бездумно бросать сразу же. Важнейший элемент в этой команде.
Карпов прострел. Здорово играет Металлург. И какой пас, какое завершение. Карпов на Акользина. 3-1 в пользу Металлурга. Отмечаем, конечно же, и Зернова, который выиграл вбрасывание. Пресс скидывает шайбу направо. Карпов, пауза. И идеально через две клюшки направляет шайбу прямо на Акользина, который, в свою очередь, завершает момент взятием ворот. Плюс 2. Металлург впереди. Канадец у Минского Динамо. Но ему нужен всего один момент. А вот Кабраска, шайба отскакивает, и Колосов реагирует. Ну и по идее, да, это в полной мере первая тройка нападения. Кадола, и как-то очень легко он прошел к воротам. Как сегодня напротив делает Металлург, то все это не опасно. Вот Хабаров сделал здорово все. Чуть-чуть сместился левее, изменил угол броска и успел уйти от соперника, еще и попал в Гребенкина. Хорошо играем, да, и выиграли этот период, да. Хорошее большинство у нас. Забили 2 гола, поэтому все хорошо. Да, есть у Металлурга моменты, которые успешно вы реализовываете. Ваша шайба единственная в равенстве. Получается, перед подготовкой к «Динамо» делали акцент на большинстве или просто вот в целом этот компонент команды хорошо работает? Ну да, у нас Сергей Матякин пришел, над большинством работаем и на тренировках, да, и это выливается в голы на играх, поэтому все хорошо. Меркли верхом, не попал в створ. Активное начало Минского «Динамо». Еще одна попытка добивания. Шайба отскакивает. Архип Никоренко влетает в зону через правый край. Сам бросает ближний угол. Там все перекрыто. Подбор за минчанами. Но ненадолго еще один шанс. Силанти его предоставляется. И как же здорово он выкручивал. Дмитрий Вячеславович, такой атакой его команды. И Силантьев, как же классно он выруливал. Да, по шайбе он не попал. Но в целом Гребенкин сделал все здорово. Энос не смог шайбу забрать. Вот и все. Заканчивается большинство. Атака «Динамо» пошла. Перевод в центр. Смирнов бросает. И это первый бросок в створ за 10 минут. Подключение Никиты Смирнова. А в этом плане он выделяется стабильно в этом сезоне. Кстати, еще и рикошет. Основин уже в чужой зоне. Катит до конца 17-й. Выкатывается здорово. Бросает с неудобной. И это было неплохо. Ждем большего, само собой, и от Минского «Динамо». Натенко. Через 2 закругления. Перевод на Энеса. Вот это было здорово. Подключение защитника Принтмана и выручает Набоков. Напомню, что в этом сезоне Металлург уже обыгрывал Динамо, но это было в Магнитогорске. Вновь сейф Набокова. На сей раз он останавливает Виталия Пинчука. Посмотрел, ситуацию оценил, но ошибся при передаче. А там уже и Данила Юров покатил 1-1. А ворота-то пусты. Забивает Юров еще один гол. И это точка в сегодняшнем матче. 4-1 в пользу Металлурга. Ну и теперь он забивает пустые ворота. Причем сам поборолся здесь изначально. Но пас, значит, партнера точно запишет. И в итоге Юров убегает уже на пустой створ. Плюс 3. Металлург впереди. Так что Петунин не получил балл в первом голе, где забивал Михайлис. Но теперь зарабатывает Набокова. Игра заканчивается. Еще одна победа магнитогорского Металлурга над Минским Динамо в этом сезоне. Ну, сегодня хорошо, очень дисциплинированно сыграли. Если я не ошибаюсь, всего одно удаление у нас было. Вот, и сработало большинство сегодня у нас. Совсем немножко не хватило до повторения прошлого счета, одной шайбы буквально. Но в целом, если брать, наверное, концовку игры, по-другому заиграла «Динамо». О чем вы просили своих игроков? Ну, еще раз повторю, мы сыграли надежно, прежде всего, хорошо в обороне. Не пропускали контратак соперника. Вот. Много владели шайбой. Я думаю, что это стало решающим фактором.